Дорогие друзья, предлагаю уверенно ворваться в 2024 год вместе с геометрической Дашей. Но для начала хочу от всей души поздравить всех с наступившим новым годом. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новенькую серию по игрушке Geometry Dash. Друзья, я надеюсь, что вы хорошо отметили, хорошо провели новый год. Праздники продолжаются, а я в свою очередь не могу просто вот так взять и не порадовать вас сегодня новой серией по Geometry Dash, тем более, что вышло обновление 2.2, в которое добавили режим платформера, добавили много чего нового, и давайте дальше продолжать познавать, а самое главное, пробовать проходить новые, собственно говоря, уровни, которые появились в геометрической Даше. Друзья, спасибо вам за ваши комментарии, спасибо за поддержку, потому что, честно, когда я начал играть вот в этот The Tower, я думал, что мне реально стало стыдно, но в комментариях вы написали, что у всех абсолютно, даже у топовых игроков были некоторые сложности, потому что просто непривычно, игра стала другой, это не просто вот это все вовремя тыкать там нажимать, это платформер, и здесь, конечно же, он по-другому играется, нужно просто привыкнуть, я реально подумал, что может я какой-то не такой, но действительно, многие в комментариях написали, что уровни сложные, даже как бы начальные уровни сложные. Кто-то даже писал, что я там что-то прошел довольно быстро, в отличие от кого-то там. Короче, все нормально. Продолжаем, нужно просто привыкнуть. И, кстати, во-первых, друзья, ваш лайк на многое влияет. Если вы газанете лайком, то в следующей серии предлагаю немножечко отвлечься, так я не туда зашел, вот сюда вот, Futured. Вот этот, вот эта вкладка нас очень сильно интересует, потому что здесь как раз-таки мы можем посмотреть на уровни, которые делают игроки, и учитывая новые возможности Geometry Dash 2.2, там что-то очень много чего интересного. Друзья, газоните лайком, и в ближайшие дни мы с вами туда заглянем. Ну, а для начала, друзья, у меня есть незаконченное дело. Я не знаю, как мне с ним... Мне нужно дойти заново. Я не могу себя... Я серьезно тебе говорю... Я не могу, короче, приучить себя не на левую кнопку мыши, а... Короче, ну логично же, когда ты играешь в платформер, типа, подпрыгивать, короче, на W, да, типа, на... Так, тут легко, сейчас, вот сюда мы поднимаемся, ну, сейчас вот быстренько это, я думаю, мы осилим, а вот самое интересное, друзья, начинается буквально через... мгновение, потому что сейчас мы попадаем в клетку, никуда мы из нее выйти не можем. Ну, мы это все проходили, просто уж ладно, давайте, раз там сохранение на финальном этапе не сохранилось, нас уносят. И тут, друзья, сейчас начнется самое... тут мне еще... Ладно, давай, я на паузу уйду. Сейчас, короче, мы должны сразиться с боссом. Он реально сложный, но, ребят, сегодня всеми силами я должен его покорить. Вот он, наш злодей, друзья, The Cursed Thorn, который хочет очень сильно уничтожить маленького Амогуса, и, по сути, все, что мы должны делать, это уклоняться от пламени, которое оранжевое, и ловить последний... Нет, зря, это рано, так, Саня, соберись, ты должен уверенно... Так, хорошо, атака произошла. Блин, вот кажется, вроде легко, но почему-то сложно, я не знаю, это реально сложно. Так, хорошо. Хорошо, скорость растет. Сейчас опять же начнется вторая волна. Будет уже не до шуток. Так, ждем. Оп, хорошо. Ребята, вот это Новый год, вот это мы уверенно. Вот это мы уверенно залетаем. Так, есть. Надо его как-то, я не знаю, нужно какую-то тактику придумать, чтобы его просто обманывать и все. Опа. Ребят, ну все, сейчас уже реально не шуточная фигня начинается. Так, оп, попадет. Все, мясо. Ребят, я не знаю. Подожди, давай, Санечка, давай. Тихо, повезло. Повезло. Пожалуйста. Хорошо. Ну хорошо же идет. Ну. Тихо. Санчес, давай, жми его, жми этого. Давай. Тут салюты запускает. Так, вот это, я отсюда еще... Что? Ты серьезно? Ты видел третью волну? Там из... Ну что, дорогие друзья, спасибо всем, кто ждал Geometry Dash. Это было прекрасно, это было замечательно, это было... да, это стоило вот этих бесконечных лет ожиданий, 2.2 вышло.
Мы довольны, мы классные, мы крутые. Я не знаю, как говорить и играть, ребят. Я думал, что классический уровень в Geometry Dash это что-то с чем-то, но когда вышел платформер, я понимаю, что... Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, не попал, не попал. Плохо, плохо, не попал, не попал. Ребята, мне это напоминает, знаешь, какой-то очень красивый Cuphead. Хотя, конечно, это не Cuphead, вообще ни разу. Да и Cuphead было там и посложнее, и не такое проходили, но почему-то просто... Музыка просто топовая, да? Просто топчик. Так, все, давай аккуратно, давай аккуратно. Ребят, как его пройти? Объясните, пожалуйста. Почему так сложно? Это... Они реально... Ну, это просто жесть. Это просто жесть. Я не знаю, как будто прыжки мешают. Ну, хотя, по сути, на самом деле, я, мне кажется, слишком за... Ребят, ну так далеко мы не уйдем. У меня просто слов нет, подожди. Я думал, что, знаешь, я сейчас как-то, ну, соберусь с мыслями и аккуратненько, красивенько все сделаю, но пока что все, что происходит, это полный позор. Один раз я дошел до третьей волны, и, как вы видели, это ничем хорошим не закончилось. Это ничем абсолютно хорошим не закончилось. Так, есть. Куда ты? Тихо, огонечек, хорошо. Моментальный удар. Тихо. Мне кажется, нужно двигаться, да, сразу? Хотя, блядь, не всегда это, мне кажется, работает. От того, что я быстро двигаюсь. Хотя, слушай, главное просто не попасться. Не попасть. Нет! Нет. Санчес. Держись, пожалуйста. Мясо начинается, друзья. Мясо начинается. Он причем еще, ты понимаешь, он тайминги особо... Почему я под этот лазер не попадал ни разу, ты заметил? Я ни разу под лазер не попал! Тихо, давай, пожалуйста, пусть повезет! У меня единственная мысль, когда я играю в какой-то платформер, это пусть повезет, ребята, третья волна! Как? Подожди, ты объясни мне, там сразу эти шипы! Там что-то нереально! Это просто на везение, ребят, я должен пройти. Нет, меня реально успокаивает, что хотя бы я выпустил вот серию впервые, где посмотрел на этот платформер, и, знаете, немножко, конечно, успокоился. Да зачем я пускаю в него эту зеленку, если она не долетает? Я успокоился, что я не один такой. Не для меня, ни одному мне сложно. Ни одному мне сложно, ребята. Это реально что-то, ну, просто... Можно было как-то, знаешь, вот обычно в играх какую-то разминку дают там. Как-то понять, а тут сразу практически нас просто топят. Просто топят. Так, ладно, давай попробуем сейчас. Друзья, давайте, если не получается, ну что, придется на какую-то типа паузу уходить. Как это было куча раз во многих платформерах. Ну, я немного платформ... Так, все, тихо, Саня. Саня, пожалуйста, держись, Саня. Саня, музыка топовая. Но не для дискотеки, как будто сейчас танца... Меня реально успокаивает, что я ни разу под лазер... Ребят. Ну что, пауза. Сейчас вы увидите полное прохождение, когда оно будет, а если его не будет, я такой уверенный. А если это вообще мне никак, ну вот все, это мой предел. Это мой предел по жизни. Зачем я пускаю первую зеленку? Так, ребят, пауза, все, сейчас будет прохождение. Так, ребят, сейчас был, короче, момент, я дошел до опять третьей волны, продержался дольше, чем тогда, и я понял одну важную вещь. Короче, главное. О, короче, когда он на землю падает, тогда очень плохо. Нет! Да! Нет! Короче, когда на землю он падает, тогда эти штыки вылезают. Но это все равно дополнительная сложность, скажем так. Блин, жесть, что они придумали. Придумали просто жесть. Они придумали жесть. Так, на. Покушай немножко зеленки. Тихо. Ага. Хорошо. По сути, просто третью эту сейчас ждем. Так, давай еще один плевочек, и мы с тобой начнем играть по-серьезному. Да, нет, еще один. Нет, все. Ах ты какой, а? Ах ты как... Он до края... Так, ребят, короче, я понял одну вещь. Я только что дошел до третьего... До третьей, короче, части. Ну, до третьей волны, когда он начинает злиться опять. Вот это вот, штыки снизу пускать. Я понял одну важную вещь, то, что, короче,
Он когда бьется об пол, тогда только штыки вылезают. Но это все равно сложно. Короче, ребят, пробую дальше. Надеюсь, у меня будет получаться. Понял. Ну все, ему сейчас все. Я размял пальчики, сейчас ему конец. Ему конец сейчас. Давай, давай, давай. Ну это фигня, это фигня, это фигня. Это ерунда. Зеленька, зеленька, хорошо. Ах ты какой! Зеленьку давай! Зеленьку давай! Давай зеленьку. Зеленька пошла. Опа! Сразу ударчик. Опа! Хе-хе-хе. Оп! Оп! Ну давай, давай, что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Зеленька! Зеленька! Опа! Хе-хе-хе! Еще зеленьку! Еще зеленьку хочу! Давай, давай, давай! Оп, 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 оп! Ну давай, давай! Опа! Да куда мимо-то? Оп! Тихо, тихо, тихо. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Не смешно! Куда мимо-то все? Зеленьку давай. Саня, 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 давай. Саня, 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 Саня. Ой-о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 й. Саня, 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 Саня. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, все, злится, злится, злится. А-ха-ха-ха! Оп! Тихо. Хорошо. Опасно, но норм. Опасно, но... Нормалды. Нормалек. Тихо, 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 тихо. Плевунчик, а какой? Оп. Ребят, это реально... Я не знаю, может быть, кажется, что это легко. Это вообще... Все, пипец. Это пипец. Это пипец! Зеленьку! Зеленьку давай, блядь! Да! Зеленька зарешала! Хорош! Ребят, ну это в целом... Не, знаете, я вспоминаю лучшие времена Капхеда и как бы понимаю, что... А можно сохранение? Мне не нравится этот мост вообще. Ладно, спасибо. Спасибо, что без... Сколько? 280 секунд на это давалось! Они что, угорают? Они угорают? Какие 280 секунд? Они как это высчитывают? По какому... Я что, в слоумо живу, что ли? Я не понимаю. Эх, где ты был? Я been looking everywhere for you. Я все смотрел тебя, искал. И ты не должен реально покинг здесь, вокруг. Никогда не знаешь, где можно найти, но кто? Я думал, это была просто кубическая игра. То... Да ладно, это все? Это все? Я... Ну как? Я только... Вы серьезно? Это все? Так, ребят, ну тогда мы должны сегодня это сделать. Ну просто я говорю, если вы хотите вообще в целом продолжение... Ой, куда-то не туда полез... Что тут написано? Ничего хорошего. Если вы хотите... Подожди, хорошо. Dash Cave, вот, например, Get It. Так, должна скачать... Accept. Так. Не качает что-то. Так, подожди, а без музыки, типа, он не будет, что ли, играть? Подожди, подожди. Не, ну в целом, ладно, может она тут... Это вот это уже создали игроки? Это вот это... Подожди, я правильно сейчас... Подожди, ты серьезно? Ты понял? Подожди, это даже было... Это даже было не показано в первом уровне от разработчиков, но... А почему так круто выглядит, ребята? А почему это так круто? Подожди, а что снизу? Снизу ничего. Почему это так круто выглядит? Это просто пацаны сделали какие-то уже... Это Geometry Dash, ребята, на секундочку, это же...
подожди, не пойму пока. Подожди, подожди, ребус сложный. Понял, ребус, кажется, понял, ребус. Подожди. Это же офигеть, как классно! Правильно? Нет, стоп, не так. Ага, ага, ага. Это просто гениально! Это совершенно другая игра, ребята. Вы понимаете? Это просто какой-то новый... Охереть. Это просто чуваки сделали... Ну, то есть игра вышла сколько там? Ну, не так много, да? Как прошло времени. И просто чуваки уже сделали свои уровни. Вы понимаете? Подожди, а как туда допрыгнуть? Пока не понимаю. Понял. На тоненького. На тоненького, хорошо сыграно. Так, сюда, сюда. Ага. Что нам это дало? Что нам это дало? А, понял. Понял. Ребят. Это кайф. Я не знаю, это что-то вообще другое. То есть как будто я просто играю в какую-то новую игру, ты понимаешь? Все? Нет, подожди, подожди. Офигеть! Просто пацан сделал уровень платформер, ты понимаешь? Подожди, мне интересно, то есть не факт, да, что типа здесь будут... Подожди, сейчас просто протестим. Типа не факт, что... О! Что это? Что это такое? Подожди. Ты понимаешь? Чего? Подожди, то есть он... Это все... Подожди, подожди, не-не-не. Не-не-не, стоп, подожди. Это все понятно... Это тоже фишки платформера, ты понимаешь вообще? Это просто... Это тоже фишки платформера! А, блядь! Подожди! Ё-моё! Ё-моё! Что они сделали с Geometry Dash? Не хватило. Подожди, а тут как бы где-то можно упасть, где-то нельзя упасть, я так понимаю. С первого раза было лучше. Так, вот тут я не очень... Почему? А, вот сохранение, все. Подожди, а как тут... Я что-то не... Вот так, типа? Мне кажется, это немножко не так должно работать. Подожди, это мне кажется... А, ну можно так, просто я думал, что должно откинуть... Какой-то тетрис тут, смотри, тут вообще что-то... Какая-то дичь. Подожди. Ёшкин кот, это что такое вообще? Это что такое? Во что превратили игру? Причем в хорошем смысле этого слова. Это же просто что-то максимально новенькое, ребята. Это что-то новенькое. Просто мы играем каждый раз в какой-то новый платформер, ты понимаешь? Блин! А! Подожди. То есть ты должен еще... Ща. Оп! А, не достал! Сейчас достану. Охренеть! Подожди, а давай музыку скачаем. Подожди, что музыки-то нет? Подожди, я же ее скачал, нет? А почему она не скачивается-то? Само сет фейл. Давай скачивай! О, ну-ка. О! Так, ребят, к сожалению, прохождения не будет. Но, подождите, рано расстраиваться. Короче, я прошел этот уровень, прошел его полностью, прошел под музыку. Музыка — это произведение искусства просто. Она настолько подходит к этому уровню, что это было настолько великолепно, я настолько вошел во вкус. Но, ребят, полное вот это прохождение под музыку я выложу в своей телеге. Прямо сейчас... Там что-то появилось, QR-кодик, либо есть, соответственно, ссылочка на мою телегу в описании. Объясню почему. Потому что я сейчас только вспомнил, почему я вообще крайне редко проходил эти уровни, которые создают игроки. Потому что есть такое понятие, как авторское право, и я как бы могу предварительно изучить, вот, то есть, ну, когда заходим в мастерскую, мы здесь можем посмотреть, допустим, вот, да, открыть, допустим, уровень, здесь открыть вот трек, подожди, нет, не это, вот здесь вот, откроется он здесь вот на каком-то сайте, и там, типа, есть... Правило. Вот такой огромный там, вот такой графа. И там что-то написано, написано по-английски, там можно попробовать перевести. Короче, по сути, я не понимаю. То есть,
Вот, может быть, вы мне откроете глаза на это все, потому что когда используется это в игре, это же не я лично чей-то трек, да, использую. А, ну, у меня просто были различные вопросы с этим, там, может, YouTube просто сам по себе видео ограничить или еще что-то может произойти. Вот если это в игре встроено, то есть понятно, что это вроде как мод можно считать, но просто если оно используется в игре, значит, автор дал разрешение же. Это же не я использую, а игра использует. Короче, ребят, напишите в комментариях, я просто сталкивался, к сожалению, с такими... так скажем, моментами, и вот непонятно, то есть понятно, что мы можем проходить какие-то уровни, которые, например, давай вот попробуем, подожди, а может ввести дэш надо, или как понять, которые вот снова, вот это что такое, все страшное, подожди, давай, ну-ка просто сейчас плей, что это такое, жизни, тут есть жизни, это что, что за змея летает, она меня дамажит, подожди, а что я должен, а как я могу, подожди, у меня есть что? Ты это что? Это что, мой РПГ? Подожди, ты видел это? Я могу хилиться, я... Чего? А как мне его дамажить? Подожди, где его-то ХП? Какой-то парашют у меня появился. Что это такое? Летает змей, я его хер... Кто ничего не понимает? Это слишком гениально, по-моему. Подожди, во что превращается Geometry Dash в хорошем смысле этого слова? Ребят, что сейчас вообще было на моем экране? Это что-то... Он еще insane демон. Типа, он очень сложный. Чё тут только... Ребят, это просто... То есть, понимаешь, раньше, в принципе, я удивлялся, какие уровни... Не, ну это не платформер. Это не платформер. Это не... Охренеть можно. Слушай, это же можно... Ты понимаешь, это... Geometry Dash — это настолько недооцененная в неком смысле игра, потому что... Я даже не понял, что это ящик. Все сливается. Ты прикинь, сколько гениальных уровней вообще существует, про которые мы даже не знаем. Просто, ты понимаешь, что тут творят игроки, какие произведения искусства? Ребят, ну тот уровень, который я прошел под музыку, я советую вам. Во-первых, он классный. Он очень классный. Типа там прям вот платформер очень топовый. Во-вторых, саундтрек, который там... Ну это нет, это все не то. То есть подожди, значит еще и нужно как-то отфильтровать, да? То есть по версиям. И как-то можно найти, соответственно, именно... Ну, понятно, что в топе сейчас какие-то тут, типа, подожди, а это что такое? Ну-ка, мне просто интересно. Ого. Что такое? Че? Плей? Как они... Чего? Ребят, ну это слишком гениально уже. Это слишком гениально, я считаю. Я считаю, что это чересчур гениально. Вам так не кажется? Охренеть. Охренеть. Подожди, чего? Ребят. Ну все, мне можно заканчивать вообще все, потому что... Вот, знаешь, вот понимаешь, вот в моем понимании платформер... Платформер. Это вот это вот. Все заново? Нет, сохранение работает. Это вот такая вот штука, которая как бы непринужденно, знаешь, так аккуратненько проходишь, что-то как-то тут это самое, у тебя получается, что-то не получается, что-то вот, зря упал, что-то вот подобное. А то, что разработчики сразу засунули в игру, первые эти уровни, вы понимаете, что это, ну это просто перебор? Это настолько перебор, то есть это реально сложно. Я сначала подумал, может я... Хочется быстро пройти. Получается, как обычно. Сейчас, подождите, сейчас покажу. Сейчас настоящий игрок про. Бля, уже не получится. Ладно, хорошо, подождем. Так, сюда. Сейчас все сделаем. Подожди, сейчас все сделаем. Вот я думал, что, знаешь, будет что-то такое. Аккуратненько. Так, вот знаешь. Ладно, пофиг на этим. Вот он скоростной. Вот оно скоростное прохождение, ребят. Вот оно. Как старые добрые, как на Дензи. А, он не запрыгнет так. Я думал, он типа этот потолок не чувствует, а он чувствует потолок. Подожди тогда. Сейчас. Уже не успею, ладно. Я понял, короче. Ну, не получилось показать свой скилл. Ты понимаешь вообще, что происходит? Это Geometry Dash, на всякий случай просто напоминаю. Ладно, пофиг на монету, давай уже хотя бы пройду. Ребят, ну куда я лезу? Куда я старый лезу? Я не могу, блин, банальные какие-то вещи пройти. Куда-то лезу вообще? Куда уже? Мне на пенсию пора. Я тут что-то это самое... Что-то тут пытаюсь. Что-то тут это самое...
Вот так это должно проходиться. Да, именно так. Все, пофиг на монетки. Прохожу. Прохожу на скорость, пацаны. Прохожу на скорость. Подожди, там платформа не двигается. Сломали платформу! Алло! Подожди, или... А, что? Ее надо было задеть... Я только сейчас понял, что ее надо было задевать. Ну, ладно. Так, подожди. А, стой! Ну подожди, дай пройду-то! Ну что ты позоришь на меня? Не позорь меня. Не позорь, я нормальный пацан. Сейчас все будет. Опа. Опа. Опа, опа. Опа-па. Все хорошо, все аккуратненько. И сейчас вообще не спеша мы вот это вот... Хочется всегда, да? Вот в платформерах всегда хочется куда-то спешить. Натворить каких-нибудь делов. Я боюсь представить... О, блядь, понятно. Понятненько, ладненько, я понял тебя. Я тебя услышал. Так, ага, ну здесь, в принципе, не сложно. Так, ага, это мы сделали. Так, а подожди, сюда-то он допрыгивает вообще? Подожди, а как... А, да не, ну не, он же так не, высоко-то не прыгнет. Подожди, что, я не могу допрыгнуть? А, это я, это моя проблема. Это только... Мой! Не понял. Вот сейчас реально не понял. Сейчас реально не понял, подожди, а как это произошло? Как это произошло? Как это произошло? Объясните кто-нибудь мне. Ребят, ну вот, кто мог подумать, да? Вот оно, начало. Вот так что? А как? Подожди, я должен рассчитать, чтобы... А как я должен... Подожди, я ничего не понимаю. Как я... Так, ну это-то... Блядь, ну что я делал? Ну, ребят, ну все, это не мое, короче. Все, это не мое. Не умеет пацанчик играть, все уже понятно с ним. Ай, бля, какой кошмар. Какой стыд. Так, подожди, может тут надо... Нет, тут так не надо, блядь. Ну, Сань, ну там же видно, что не долетает этот маленький. Он же слишком маленький, чтобы долетать. Так, это мы сделали, не знаю для чего пока, пока не очень понял. Ну, допустим, это сюда. Это сюда. Блядь. Ага, теперь понял. Страшно, нахуй. Так, подожди. Сейчас надо... Ага. Ага. Ребята, это... Я это сделал. Я это сделал. Я это сделал. Так, мне просто страшно представить, что будет дальше. Что будет дальше? Так, это мы сделали. Может, сейчас на самом деле будет легко? Может, сейчас будет на самом деле это легко? Так, это мы сделали. Это мы сделали. Что мы сделали? Мы ничего не сделали. Я не понял, что мы сделали. Что-то сделали. Ага. Это легко! Это легко, ребят, это я одолел так. Ух ты, блядь. Серьезная штука пошла. Ага. Ты понял, да? Испытание на прочность началось. Так. Подожди, подожди, я... я только сейчас дошло. Нифига опасненько. Подожди. Так, это мы дошли. Что мы открыли? Что-то открыли. А как лучше? Не знаю, давай поверху. Поверху как-то не так опасно. Так, здесь надо постараться еще, чтобы запороть на самом деле. Так, сюда прошли. Это тоже легко, ребят! Бля, почему так залипательно? Почему так залипательно? Где, интересно, будет уровень, на котором прям... Что это? Ага. А, понял. Двойной прыжок. Все, ясно. А. Какой? Подожди. Подожди, я тебя услышал. А он... Мистер Тайминг. Мистер Тайминг. Все, я понял. Так, это мы сделали. Это мы сделали. Это... Маленький стал! Стал малюсенький! Тут что? Все! Это все! Подожди, а что так? Малюсенький. Подожди, а малюсенький мне не нужен. Я так не долечу. Подожди, подожди, подожди. Так. Так. Сложно. Сложно, согласен, сложно. Сложно, но возможно. Так, сюда. Не знаю, что это мне дало. Наверное, обратно. Так, блядь, а что делать-то? Обратно можно меня превратить? А как... Так я не залечу туда никогда. А... Что? Я не знал, что можно по ней. Ты понял прикол? Так, тихо, тайминг. Я сюда же никак не запрыгнул, ну да. Ну да, я тебя услышал. Не, вот это сложнее уже. Слушай, ну это гений же придумал. Это же гений придумал, согласись? Это же, это просто гениальный человек.
Что дальше? Подожди, я не допрыгиваю. Так, подожди, у нас здесь... Блять, а что я сделал-то? Я просмотрел, что я сделал. А-а-а! Все хватает! Подожди, так, нужно тут угадать. Ага. Блять, опасно все равно, да, каждый раз? Так, подожди. Опа! 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 Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Опа! Опа! Саня в деле, пацаны! Так, что тут? Какая-то фигня. Подожди. Давай думать. Понял. Подожди. То есть вот сюда вот. Опа, сюда под... Он не запрыгивает наверх, понимаешь? Так. Опа! И чё? Ах ты вот, ты чё? Я тебя понял, я тебя услышал. Так, подожди, так это мне нужно ещё... А как мне туда попасть? Блять. Дурак. Ну дурачё! Дурачё ходячее! Ой, дурачё! Ну просто дурачё. Дурачё! 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 А как, подожди, как так быстро-то я не подпрыгиваю? Я, подожди, как ты сделал так всё грамотно, блядь? А как я туда подпрыгнул, блядь, подожди? Я не понимаю! Подожди, мне страшно! Как я это сделал? Я что, гений, что ли? Подожди, как я это сделал? Вроде легко. О, оно. Так, тихо. Сюда, жду. Надо в левую часть сначала закончить, потом правую. Все, ну тут зеркалочка, понятненько все. Так. Угу. Есть. Так, есть. Есть! Сложно, да? Согласен. Хорошо. Не очень понял, для чего мне это нужно, но да ладно. Подожди, как я... Подожди, так я же не поднимусь сюда. Ё-моё! Блин, ребята, как классно! А это зачем? Что-то оно мне дает, видимо. Так, огонек, это ладно. Огонек не так страшно, как могло бы быть. Это мы сделали. Обратно. Так, и чё? А-а-а, платформа. Ну да, так я... понял. То есть тут ты смотришь и туда, и сюда, и туда, и сюда. Все. Короче, ребят, ну вы понимаете, насколько здесь много, огромное количество теперь классных всяких уровней, которые, ну реально... залипательные. Прям можно много... времени проводить. Так, а как мне это сделать-то, блядь, чтобы меня... Ага. Понял. Понял, услышал, понял. Пацаны, ничего не боюсь, просто пацан тайминг знает. Пацан тайминг знает, понимаете? Пацанчик знает тайминг, и все хорошо. Мне еще нравится, что все пиксельное. Типа графон такой, графонистый. Так. Гений. Просто гений. Гений знает тайминг. Гений знает тайминг. Ничего не боюсь, пацаны. А чё бояться? Ну немножко не повезло! Подожди, всё. Супер быстрое прохождение. Готов? 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 Последний раз показываю. Последний раз, говорю, показываю. Всё, вот, я вошёл во вкус. Вошел во вкус! Почему тебе хочется еще и еще, прикинь? Вот ты не можешь остановиться, я не знаю. Залипательно, очень залипательно. А куда? Подожди, а, наверх! Я только сейчас понял, наверх! Показываю один раз. Показываю один, говорю, раз. Один раз показываю. Один раз! Я хочу пройти! Ну, блядь, я не могу! Саня! Санчес! Ребят, все, последний раз пробую. Последний раз, четкое прохождение, конечно же.
Ничего сложного. Ничего сложного в этом нету! Последний раз. Последний раз показываю, просто последний раз. Реально. Дурак, блядь. Щипы, щипы, щипы! Мешают, щипы, щипы! Блядь, ну это пиздос. Все, показываю один раз. Показываю один раз. А он меня не пизданул. Не надо. Ля-ля, не надо! Последний раз. Последний, все, последний раз показываю. Ну что я тут, блядь? Да что я время терять буду на эти пламени? На пламени не теряю время! Да. Это, вот, понимаешь, был быстрый пальчик Санкт-Петербурга, стал кем? Правильно. Укротитель огня. Так, блядь, еще раз. А хули он такой быстрый? Кто пускает, кто пердит из ада? Зачем он пердит, я не понимаю. Слушай, ну быстро пердеж происходит, конечно. Причем, понимаешь, тут вроде ничего сложного нет, просто я спешу. Я еще раз сказал. Я еще раз говорю, последний раз я пробую это все. Я последний раз сейчас попробую и хватит. Я еще раз тебе говорю, последний раз попробую и все. И достаточно с меня. С меня достаточно. Так, все, блядь. Это не смешно уже. Это не смешно уже. Все, все, все. Показываю. Прохождение сейчас будет. Сейчас будет прохождение, пацаны. Блять, ты можешь залететь, там попытка не пытка, блять. Один раз и все, и я ушел. Блять, последний раз попробую сейчас, ребят, и все, и достаточно с меня, реально. Это уже какая-то, ну, издевательская система получается. Так, все, 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 показываю один раз. Видите, как я быстро пропрыгал, значит, у меня понятен какой настрой. Последний раз. Сразу говорю, даже не буду больше рестартить. Больше не буду даже рестартить. Последний раз попробую сейчас и все. Если не попрет, значит не мое. Блять, последний сейчас. Это была ошибка. Это тоже хуйня. Сейчас последний раз пробую и все. Если это не мое, то... Сейчас последний разочек. Последний раз поспешил. Поспешил. Сам признаю ошибку эту свою. Она реально некрасива. Последний раз. Все, вот сейчас смотрите. Такого прохождения вы еще такого не видели нигде. Последний разочек сейчас. Последний разок. Все, а теперь продуманно, смотри, продуманный пацан. Не спешит никуда, просто думает. Много думает и никуда не спешит. Смотри, да? Ну, то есть, много думает, но никуда не спешит. Угу. Много думает и никуда не спешит. Пацан расчетливый родился. С расчетами сразу. По страховой пускали пацана. Ты меня не задевай! Не обжигай мою рану, блядь! Блядь! Ну это последний раз. Это последний раз, конечно же. Последний разочек, потому что нервы уже, если честно, зашкаливают. Думаю, что никому не... Не интересно уже смотреть! Последний раз сейчас. Есть тактика одна. Все, сейчас прохожу. Тактика беззаботность называется, смотри. Чем меньше переживаешь, тем меньше думаешь, тем лучше получается, смотри. Тактика беззаботность. Смотри, просто пофиг на этот пламя. Вот что оно там летает. Чё оно летает, я говорю, еще раз! Тактика беззаботность. Тактика беззаботность. Видишь, насколько... Просто похер! Просто! Просто, я еще раз тебе говорю, тактика беззаботности. Тактика... Последний разочек попробую просто. Ну так, чисто ради спортивного интереса. Последний разочек, конечно. Конечно, последний разочек. Последний раз сейчас попробую, потому что, понимаешь, ну, то есть, ну, сам понимаешь, то, что до этого сейчас было, это так, попытки просто, попытки на безысходности пройти, а надо думать головой, Саня, последний раз сейчас попробую.
Последний раз сейчас. Сейчас, сейчас. Оп. Последний раз. Все. И последний. Фиксируем. Фиксируем последний раз. Угу. Ну вот же оно. Вот же оно, долгожданное прохождение, которого вы ждали. Вот оно, ребят. Ну я просто так немножко интрижку сохранить решил. Думал, может, мало ли. Огромное спасибо за просмотр, друзья. Вот такой вот у нас Geometry Dash. С Новым годом! Увидимся совсем скоро. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.